Как сообщили в Минстрой Тувы, на большинстве из перечисленных объектов работы идут без нарушения графика и даже с опережением сроков. Так, по детскому саду на 280 мест в Кызыле застройщик завершил общестроительные работы. Коробка и хозяйственные постройки готовы. Проложены наружные инженерные сети, устройства отопления. На объект зашли отделочные бригады. По плану школа должна быть введена в эксплуатацию до 30 октября, но строители обещают завершить работы до начала учебного года. В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин. Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» в республике планируется построить 17 пристроек к детским садам в общей сложности на 540 мест. В настоящее время документация на них проходит госэкспертизу. По 13 объектам положительные заключения уже имеются. Компания «Энергострой», выигравшая контракт на строительство ясельного корпуса для детсада номер 11 в Кызыле, уже заканчивает котлован под здание. Оно будет рассчитано на две ясельные группы, общим числом мест не менее 30. Корпус откроется в сентябре этого года. Трехэтажную школу на 825 мест в южном микрорайоне Кызыл с августа 2018 года строит компания «Алчей». Данная школа – первый крупный контракт компании, его сумма – почти 500 000 000 рублей. Тем не менее, в Минстрое уверены, что с задачей «Алчей» справится. Назначен новый заместитель начальника Сибирского межрегионального управления Государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, заместитель главного государственного инспектора госавтонадзора, начальник территориального отдела Государственного госавтонадзора по Туве. Накануне начальник Сибирского межрегионального управления Государственного автодорожного надзора Федор Семенков представил министру дорожно-транспортного комплекса республики Олегу Бады нового заместителя начальника управления, заместителя главного государственного инспектора госавтонадзора, начальника территориального отдела государственного госавтонадзора по региону Владимира Мангуш. Министр дорожно-транспортного комплекса республики Олег Бады пожелал успехов новому руководителю и добавил, что результатом совместной работы должно стать улучшение условий пассажирских перевозок и повышение транспортной доступности региона. Мы должны приложить все усилия для этого. Правительство Тувы одобрило законопроект, который наделяет органы местного самоуправления полномочиями контролировать соблюдение земельного законодательства. В региональный кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, позволяющие муниципальным чиновникам составлять протоколы за выявленные нарушения в сфере земельных отношений. До сих пор этими полномочиями обладали лишь представители специальных надзорных структур – земельные инспекторы. Как пояснили в Министерстве земельных и имущественных отношений Тувы, разработавшим законопроект, внесение предлагаемых изменений позволит органам местного самоуправления более эффективно реализовывать свои полномочия в части контроля за использованием земли. По новому закону, если его поддержит парламент республики, сотрудники районных управлений, отвечающих за земельные отношения, вправе будут наравне с надзорными органами фиксировать административные нарушения в протоколе. Составленный ими протокол является основанием для привлечения лица, нарушившего закон, к административной ответственности. Такая ответственность предусмотрена за неповиновение законному распоряжению земельного инспектора, воспрепятствие его деятельности, невыполнение предписания об устранении нарушения, за непредставление сведений об исполнении требований земельного законодательства либо предоставление неполной или искаженной информации. Акция «Книга в добрые руки», организованная сотрудниками читального зала Национальной библиотеки и стартовавшая в мае прошлого года, продолжается и ныне. Цель данной акции – пропаганда, продвижение чтения, развитие интереса к книге среди населения. В продолжение этой акции 10 апреля библиотекари читального зала отправили 20 книг на тувинском языке для несовершеннолетних осужденных из нашей республики, которые находятся в ФКУ Канской воспитательной колонии ГУФСИН России по Красноярскому краю. Книги повезет воспитатель ОСПР Оржак Начин Шалбанович. Отметим, что акция «Книга в добрые руки» проводится постоянно. Например, в День города 8 сентября и в День пожилых людей 1 октября. За весь период проведения акции было распространено 350 книг и 3000 журналов для населения, что показывает актуальность данной акции.
Фонд поддержки предпринимательства Тувы приглашает всех заинтересованных предпринимателей принять участие 18 апреля в работе круглого стола на тему развития сотрудничества с азиатскими компаниями в сфере внешнеэкономической деятельности с участием делегации из Монголии в количестве 5 компаний на территории республики. Круглый стол организован при поддержке Минэкономики региона. Состоится также реверсная бизнес-миссия с монгольскими компаниями в формате B2B с субъектами малого и среднего предпринимательства республики в целях продвижения тувинской продукции на экспорт. Это возможность для региональных предпринимателей начать экспортировать свою продукцию на монгольский рынок. Круглый стол пройдет 18 апреля с 10 до 16 часов в гостинице «Азимут». И о курсах валют. Доллар стоит 64 рубля 39 копеек, евро 72 рубля 65 копеек. Одеваемся по-весеннему? Нет. Одеваемся по делу. Магазин «Химтоп». Надежная спецобувь, качественная спецодежда, рабочая, медицинская. «Химтоп». Аюна Курседи 103/2. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». «Ценолом» объявляет распродажу телевизоров. Компактные и большие, для дома и для дач, со смарт-ТВ и с изогнутым экраном. Приходите за низкими ценами на телевизоры. «Ценолом. Счастье в дом». Осужден за взятку. Прокуратурой Кызыла поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Тувы, обвиняемого в попытке дачи взятки сотруднику дорожно-патрульной службы в размере 5000 рублей. Судом установлено, что инспектором ДПС был остановлен автомобиль, водитель которого был пьян. Мужчина за несоставление протокола об административном правонарушении предложил дорожному полицейскому взятку, который, в свою очередь, отказался принять деньги и сообщил в правоохранительные органы. Мировой суд признал его виновным в совершении преступления, покушения на дачу взятки, и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Началась реализация путевок в детский оздоровительный лагерь «Юность» Министерства образования и науки Республики. Лагерь отдыха «Юность» Министерства был основан в 50-х годах 20 века. Лагерь вмещает в себя около 420 детей и подростков в летний период. В текущем году в лагере «Юность» будет проходить юноармейское лето по программе «Юноармеец-1», «Юноармеец-2», где запланирован охват 420 юноармейцев со всех районов Республики.
программу лагеря включены обязательные теоретические и практические занятия по физической, строевой, огневой и другой подготовкам. По итогам юноармейской смены будет проведена военно-спортивная игра, а также сбор руководителей юноармейских отрядов. Всего в летний период в детском оздоровительном лагере «Юность» будут функционировать три смены. Первая смена с 15 июня по 5 июля, вторая с 9 по 29 июля, третья смена со 2 по 22 августа. Стоимость путевки на оздоровительную смену составляет чуть больше 11 тысяч рублей. Вниманию городов и районов. Российский фонд кино продлил сбор заявок на поддержку модернизации кинозалов в текущем году. До 30 апреля фонд будет принимать заявки от организаций кинопоказа, претендующих на получение средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета. Для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек. Ранее фондом кино было проведено 5 конкурсных процедур, по итогам которых было поддержано более 800 кинозалов в 79 регионах России. Тува в 2018 году впервые получила господдержку на модернизацию кинозалов. В 2019 году ранее от Тувы было подано 3 заявки. От Дома культуры «Енисей», Центра культуры имени Салана Базырола, поселка городского типа Каахем Кызыльского района и Дома культуры «Танды-Ула» Чедихольского района. Все они претендуют на получение поддержки от фонда кино на обеспечение затрат, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов. Это не более 5 миллионов рублей. Окончательная сумма утверждается приказом фонда кино по решению конкурсной комиссии. К этим заявкам от Тувы могут добавиться и другие. Претендентом может стать любой населенный пункт, соответствующий условиям конкурса. Средства могут быть направлены как на обновление оборудования существующих кинозалов, так и на оснащение оборудования с нуля нового кинозала, закупку, доставку и монтаж. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные. Займы до зарплаты. По республике переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3 градуса. Днем плюс 10, плюс 12 градусов. Пора переходить на цифровое телевидение. Пора? Пора! У нас современный телевизор 32 дюйма можно купить всего от 8999 рублей. Ценолом. Цифровое вещание в каждый дом.